Добрый день, дорогие друзья, или вечер, кто смотрит у нас в России. Сегодня у нас матч трио, и встречаться будут такие команды, как Школьники и, по-моему, Мерси Дестройерс. Как-то так у них тандем назывался. Трио. Если мне не изменяет память. Но комментировать этот матч буду не я один, со мной мой напарник Влад, и за картинку отмечает Дмитрий 55-й. Привет, ребята. Ну и снова привет, ребята. Привет, Марсель. Это у нас нижняя сетка. Если на то дело пошло. Права на ошибку у нас больше нет. Лучшие из худших в нижней сетке. Грубо говоря, те, кто проиграл в верхней сетке. Готовы выиграть. Обязательно готовы выиграть. И теперь не ударить грязь лицом. Хочется сказать. Трио Рафаэлки проиграли на этой же карте, на перевале. Рафаэлка там играл, мягко скажем, нехорошо. И опять он в основном составе вместе с ОДД и Ай Артёму. Потому что, напоминаю, в трио есть у нас три игрока и плюс один еще. То есть четыре. Кто у них четвертый? Погоди, а кто у них там четвертый? Я забыл, кстати. Ну, может быть, увидим его, может, его нет. Ну, хорошо, смотрите, сейчас они втроем против троих, такая стенка на перевале будет сейчас. Вот. Надеюсь, то, что Раф сыграет хорошо, ведь я его знаю как человека, и человек он неплохой. Ну, напомню то, что Good Game Well Played отлично отыграл в своей команде тогда. Они проиграли на перекрестке. А Буб сегодня в основе, Влад? Мне кажется, они решили поменять что-то после поражения, это правильно, как бы. Ох, Буф неплохо, и Рафаэлка опять. Ой-ой-ой. И вот есть первый увоз от Артема. Кто больше промажет, грубо говоря. Ой-ой-ой, как Рафаэлка сейчас сбивает корпусом. Он, из вертушки выдает еще. Он сделал работу над ошибками, красава. Ну, прежде чем он это сделал, он не попал с метра, Влад, поэтому... Ай, Раф, опять не попал. И сейчас Артем выезжает на гудгейма, и это будет доставка, нет. Пошутил я, грубо говоря. Буф выдал отличную сквозную, скажем. Честно. А, ничуть не вернул, конечно. Есть, первый опасный увоз от Артема. Красавчик. Артем очень сильно выделяется у этих как раз таки двоих, у Рафаэлки и у ДД, потому что они не игроки ХРВР. К сожалению. Но с этим они могут теперь поспорить. На самом деле, Артем. Вот, и очень хорошо играл в Elite Division, это, наверное, единственный игрок, который выделял в клане Драгонайда, а сейчас он вот в трио. Был он, по-моему, тоже в Elite Division. Да. Поэтому не все так плохо для него. Elite Division сделали хорошие замены, хочется напомнить. В трансферах они сделали все очень отлично. Но это и не помогло. Они смогли выиграть Кентлузов, как бы. Не помогло им это. Но они выбили Кентлузов, как мы, Синерджи, из верхней сетки фаворитов. Ну и потом Кентлузы в ответку их выбили в нижней, чё. Ну а до нас просто Синерджи не дошли, как бы. Первый раз. А могли бы, кстати. Да, могли. Выиграть пингвинов там. И выиграть кого там? Эпиков. Но это уже не об этом. Да. Сейчас у нас 0-0. Будет возврат. ОДД пытаться отвозить будет, но тут он уже ничего не сможет. Good Game Well Played, ты должен возвращать вместе со своим игроком, либо оставить флаг на месте. Но опять Артем не попадает сейчас, и Агни будет целый на дашке сейчас. Good Game Well Played сливает Артем, а ОДД на пару как раз таки в ответку сливает. Good Game Well Played, и Агни на дашке, у него есть ДД, он будет на ДД сейчас рваться. Все-таки давай уже поинтереснее как-то комментировать этот матч, потому что я надеюсь, ребята начнут тоже поинтереснее играть. Good Game Well Played отлично сбивает, но и выдает еще и по Буву рельсу. И вот сейчас будет дашный целый ОДД. Но ох, неплохо его расфокусили. И умирает. Как бы все, весь дроп под контролем у нас сейчас. Ой, ну хорош сейчас Артем. Выдает сквозной рельс, убивает одного ДДшного. Агни не попадает и. Хорош, Раф сейчас он все-таки не попал, но сделал он все правильно. Он не попал потому, наверное, все-таки, по кому он хотел. Но это, если это не случайность, то хорош Раф. И Артем сейчас увозит на центр. Его встречает как раз-таки Рафаэлка. Артем на нитре. Это будет первый... доставка. Это будет доставка 100%. Там как раз-таки Агни не попал, Good Game Play тоже. Сейчас Артему главное попасть. Просто попасть с 2 метров. Молодец. Все да, хорош Артем. Он, надеюсь, обыграет Бува, потому что если это он сделает, это будет стратегически важно для него. О, хорош Артем. Кстати, будет ДД. Еще сейчас один увоз. Ну тут ОДД сольют, ГГВП, Good Game Well Played, хорошо. Его сливают с респа. Буф сливает. Не должен сливать Артема. Ну, Артем отлично разводит, но Рафаэлка попадает.
Будет заезжать. Будет прятаться от дамага. Что он делает тут? Можно проехать? Ух, да, ничего да, себе разбор. Но это очень опасно здесь проезжать. Рафаэлка просто отвлекает сейчас одного игрока у вражеского трио, но у самого Рафаэлки огромные проблемы на базе. И он еще и получает первую рельсу и будет умирать здесь. Но он проиграет здесь дуэль, никуда он не везет. А вот Буф в ответку тоже не будет увозить, хотя неплохая рельса по Артему в ответку. Артем выдает, он остается на одну. Тут два респа, поэтому никак. Но есть уже целый дашный Агни. Он будет сейчас ехать на аптечку. Плевать хотя бы Артема. Да. Сейчас весь дамаг, который ему попадет, это просто... А ой, он забирает аптеку. Ой-ой-ой, какая же ошибка от Агни. И от ГГВП еще. От Good Game Well Played. Он упал в минус. Кинулся в яму. Кстати, Артем сейчас двойной, надо буму выдавать. Не попал чуть-чуть. Как же так? Надо рельсу хотя бы одну выдать, не умереть. Хорошо, выдал рельсу. Ох, выдерживает Артем. И Рафаэлка еще на ДД. Выдерживать, потому что... И Рафаэлка ДДшный, который сейчас будет помогать саппортить ОДД, который будет увозить этот флаг. Ай-яй, Рафаэлка, какой же игрок. Красавчик. Опять промазал? Нет, в полминус кинул игрока. Ну, это опять же на лагах, поэтому красавчик. Но ОДД здесь поставит второй флаг, тут 2-0. Как-то очень странно, скажем так. Дроп, на самом деле, я думал... Хуже у нас красное трио. Ну нет, если так посмотреть, у Рафаэлки, у ДД есть опыт игры в первой лиге на ХРВР. Они все-таки это тот тандем, вот Рафаэлка у ДД, кто выиграл таких игроков, как Модеста и Поминули. Поминули это в бывшем как раз-таки Дельтеса, а Дельтес это обладатель краски Импульс. Как и Модест. Поэтому не стоит их списывать со счетов. Ни в коем случае, Влад. Когда у нас? На два играли. Ну, в блице на Соликамске, когда они выиграли Соликамск. Как говорится, блицы не решают. Ну, было же, Влад. Ну, было, но блицы не решают. Ну, план. Им надо было, они же играли в авангардах, если не ошибаюсь. Да. Им надо было выигрывать в решающем матче перцев. Вот тогда бы они показали. Но они не там играли. Всему танковскому комьюнити, что они красавчики. Но они получились. И возможно бы мы бы от перцев не вылетели бы. И возможно бы не встретились пингвины. Да. Далее. О, Артём. Я говорю, парень неплох сейчас вот от Elite Division. Он будет доставлять третий флаг. Всё в одну калитку. По ДД надо забирать ДД и Дашку. Но Good Game Will Play... Ой. Хорош. Ой. Ой-ой-ой, что это такое? Это 4-0, Влад. Да. И шансов пока для литовцев вообще не едино. Не, это не литовцы, не путай. Ой, это не литовцы, точно. Это... Мерси Дестройерс. Мерси Дестройерс, да. Ох, ОДД. Ну, хорош, хорош. Рафаэлка помогает на флаге. Я все в одну калитку, как и в первом матче нашем, в соло, точнее. Надо собраться сейчас. Вот Рио, то есть Мерси Дестройерс. А то мы так все увидим опять только три раунда. Что, к сожалению, у нас взято за основу постоянно, потому что у нас постоянно как-то в три раунда ребята любят заканчивать. И Буфа сейчас... В планах в три раунда ничего у нас не заканчивается уже в таких высоких стадиях. И ну, мы это правда. Постоянно практически смотрим пятую карту. И вот, первая доставка сейчас будет от синего трио. Рафаэлка валяется в минусе. Это уже нам привычно. По прошлой его игре на перевале. Но он взял ошибки с того перевала и играет сейчас гораздо лучше, чем тогда. Сейчас ему надо как-то уничтожать Game Well Played, который с Тенкой будет, кстати, давать ОДД. Да он будет троллить респы, ну ладно, ОДД вернулся в деф, это самое главное. Вот если бы он бы не заметил его, то он бы благополучно слился. Слушай, ему сзади стреляют в спину, как он может не заметить? Ну может быть, ребята не знают, откуда огонь. Вот так, и сейчас заходит на дашки, но он на одну. Ну, о, весь... Буф заберет весь дроп. Здесь красный коллектив оказывается на респах, и Буф целый дашный, но ему успевает выдать Артем очень хорош, важный. Хорош, Буф с вертушки.
грубо говоря, зарядил себя на победу. Эх, Рафаэлка, опять все. Да нет, почему? Он не виноват, что Вуф попал с вертушки. О, он виноват, то, что ему сбили, как бы. Это очень важный сейчас был прострел. Если бы он сейчас бы его убил, не было бы сейчас никакого увоза, как бы, от Буа. И это бы сейчас бы он попал бы. Но есть ОДД. Но ты не восхваляешь сейчас Буа, понимаешь? Ты говоришь, что, ты Рафаэлка ошибся, а Буф-то такую рельсу шикарно выдал. Ну, как бы, а Рафаэлка не ошибся при этом? Вопрос. Ну, Рафаэлка ошибся, но... Буф-то прекрасен. Если Буф бы не попал бы с вертухи, то Рафаэлка бы не ошибся. Вот сейчас, кстати, Артём очень важную умственную рельсу дал, интеллектуальную, поэтому... Интеллектуальную рельсу. Это новые слова в нашей игре. Интеллектуальная рельса, вот. Ну а как еще раз сказать то, что он продумал, в кого сделать выстрел, и из-за этого сейчас доставил флаг. Как бы это называется интеллект. Марсель, грамотная, интеллектуальная. Марсель, если ты не обладаешь интеллектом, это не наши проблемы, как бы. Все. Ты не умеешь выдавать такие интеллектуальные. Ну, извини, пожалуйста, я интеллектуальную рельсу не раздаю, вот простите. Да, вот поэтому ты не выиграл вчера пингвио, слабый. Да, а ты, ну ладно, да. Я же про интеллект сейчас ничего не говорю, сказал просто интеллектуальная рельса. Мне кажется, очень хороший этот. А ты начинаешь, ха-ха-ха. Как тут... смешно. Вообще, 5-2. Просто оборжаться. 5-2 у нас раунд закончился. Трио Рафаэлки пока проигрывает. О, нет, выигрывает, точнее, Мерседес Троидж проигрывает. То для меня, что странно. Нормально. Они заслуженно проиграли. Тоже так промахиваться, то вообще. Нас смотрит 173 человека. Круто. Очень круто. Да. Поэтому интеллектуальные рельсы доступны у нас теперь в танках онлайн. Можете их приобрести в магазине. Ну, я бы не стал, Влад. Ну, сейчас посмотрим за Рафаэлкой. Опять. Будет ли он играть на все 100%? Потому что если парень бы играл на все 100%, он бы был бы лучшим игроком сейчас. Трио. Пока что. Вот есть у нас Ай Артём, который выдает интеллектуальные рельсы. Интеллектуально правильные. Поэтому он красавчик. Я о чем же? Ты мне не дал договорить. Он убил не... Не, он дал рельсу не Фулганоссу, зная то, что он целый, а тому человеку, который был на одну. И в итоге он, типа, ушел от одного дамага, смог вернуть флаг и доставить. Поэтому он красавчик. Ну, хорошо. Я тут узнал то, что я BTP. Честно. Или у меня просто... Мой напарник. Ладно. У нас остается 17 секунд до начала раунда второго, где элиты. Да, у нас должны сейчас Mercedes Troyes показать то, что не зря они дошли до такой стадии и могут как раз таки побороться в нижней сетке, а школьники не должны ударить грязь лицом. Нормально. Сейчас они покажут свою лучшую игру, мне кажется. Вот Артём уже, кстати, сбивает рельсу. Прямо класс, сейчас? Отлично, Буф, красавчик. Вот забирает дроп, good game, well played. Как же, Рафаэлка и ОДД. У вас прямо перед носом забрали ваши коробки. Вот сейчас ОДД есть ДДшный, ему надо срочно ехать за аптекой в центр. Он ее будет забирать. Он будет опять оставаться на одну. Ну, ОДД тоже на одну, сливает он ГГВП. Буф не попадает по Рафаэлке. Ему надо сейчас уходить от дамага ОДД, но у него тут не никак, получилось. Тут никак. Не уйти от надо этого. Надо было по-другому заехать как-то. Вот, Агни. Он, кстати, на одну рельсу. Рафаэлка отлично забирает ДДшку вражескую, и Буф испытывает технические неполадки. И Артём сейчас ДАшник. Выдаёт неплохо выдают по Агни. Да, согласен. Разводит сейчас Good Game Well Played, да просто отлично сейчас показывает свои умственные способности в игре. Да, вот эти его интеллектуальные рельсы просто интеллектуальные шикарные. Действия теперь, понимаешь?
не рельсы, а действия. Поэтому тебе бы поучиться у Артема, возможно бы и достиг бы больше высот, чем в этом сезоне. Например, что? Например, выиграть имп. Как тебе такое? Ну, ты не хотел. Вот я в следующем хотел, году я пойду в трио, допустим. А, ну да. С Владом трио, и... В трио у нас будет больше шансов, да. Да, с Владом и Фонарчиком. Нет, Сотников Ваня нам нужно. Трио. Кстати, да. Вот это врыв будет. Трио комментаторов, как бы, и попробуйте их обыграть, вот. Будет очень сложно. Но если, конечно, Ваня не останется у нас судья киберспорта, а он будет судьей киберспорта, поэтому, к сожалению, наши мечты будут... не осуществлены. Ну а Буф, в свою очередь, пытается вывозить, но его здесь будут убивать, и есть еще одни коробки, которые падают. Ну тут так-то пока что 1-0, и дроп нужно контролить. Рафаэлка уже взял ДАшку, Артем ему саппортит. Рафаэлка стреляет в никуда, но тут, конечно, было сложно заметить соперника. Если бы Агни сейчас выдал сквозную рельсу... Ой-ой-ой! Хорошо видел всю Артем карту, но его он не попадает, и Агни вместе с Бувом убивают, и Був еще забирает аптечку в центре. Ох уж его интеллектуальные действия, Влад. Да Був вообще сейчас интеллектуально просто уничтожит. Да они не попадают просто, какие действия интеллектуальные. Это просто интеллектуальный взрыв, просто что творит этот парень на Буве, как же он... Еще раз он просто выращивается от рельсы. Раф, ну что ж ты делаешь? Просто нереальный игрок, просто Був лучший, нереально. Это правда. Интеллектуальные действия просто на максимуме. Ой, лучший, просто лучший. Сейчас еще будет свертухи выдавать. Був просто красава. Но это пока MVP всего трио на данный момент, потому что он уже везет второй флаг у ДД. Попадает, но тут будет подбирать Агни. Нужно контролить Артема, в рельсах никуда с друг друга пихают. Видишь, когда на респе у нас оказывается, Був ничего не может поделать с собой красное трио. И вот опять же Був вылетел с респа, выдает по ОДД, сейчас будет его добивать, если бы они с Агнией решили бы, кто бы добил. И сейчас Рафаэлка будет тоже страдать от этой интеллектуальной рельсы, и Був заходит снова в атаку. Просто нереально играл на сейчас. Артем отлично выдает рельсу в центр, и счет у нас 1-1, все очень интересно у нас. О, Рафаэлка, потрясающая рельса. Ты интеллектуальная, ты не путай потрясающий и интеллектуальный. Он просто ОДД отправил на респ, чтобы тот был целый на выпадении дропа. О, а сейчас ГВП неплохо сыграл, Good Game LP, он будет забирать как раз таки ДАшку. Зря, конечно, Агни бы, наверное, все-таки должен был ее подбирать. Это и Агни будет троллить. Понимаешь, это все продумал Рафаэлка. Он понимал, что он на одну рельсу, он... И поэтому взял еще и рельсу, точнее у нас красный игрок трио взял ДАшку на одну рельсу. Поэтому все это сделал Рафаэл. Просто... Вот, Влад, я хочу тебя спросить твое интеллектуальное мнение. Как думаешь, кто выиграет трио? Вот это, кстати, сложно. Но там есть... Вот даже этот, даже трио школьники. Я просто не видел, как они играют, например, на других картах, потому что вот сейчас Артем не попадает как-то по Good Game Well Played'у. И Рафаэлка-то на пару с ОДД забирают вражескую ДАшку, ОДД остается цел, он не видит эту ДДшку и... А, ага. Но приезжает три игрока, и Рафаэлки сбивает ДДшную рельсу, Good Game Well Played, просто красавчик, на пару с Агни не разбирают главную угрозу. И ОДД сбивает. На самом деле Артем выдает дамаг. Лучший, просто лучший. Интеллектуально он на высшем уровне. Но ОДД великолепно сейчас саппортит Рафаэлки, но тот просто... О, ну Рафаэлка, ну ты подумай насчет своей замены, как бы из-за тебя... Интеллектуальная замена должна сейчас быть. Да, из-за тебя и из-за Артема просто сейчас возвращают флаг, и возможно будет какой-то еще и угроз, потому что так промахиваться на такой стадии в трио, когда вы понимаете, что этот матч может стать для вас последним, такие промахи просто непростительны. Ну, Був неплохо сейчас выдает по респам, Рафаэлка в ответ также ему выдает. Артем врывается, не попадает, ГВП в ответ попадает. И должны выдавать дамаг, Рафаэлка опять не попадает. Ну, сейчас-то он попадет, нет, Був ему сливает. И 1-1 пока остается у ДД на дропе.
Ой, хорошо, сейчас Буф интеллектуально смог вывернуть свою рельсу, и хоть и умирает, интеллектуальный, но... вот, грубо говоря, выверт рельсы. Да. Так же, как и Кошак сегодня тоже выворачивал очень интеллектуально свои рельсы. И Артём сейчас... Ух. Интеллектуально, ну, да. Артём сейчас закинул... Тут Буф первый на рельсе, здесь хорош Буф. Перфаёлка. На дропе, на ДД. На ДД не требует врываться, не попадает по своему оппоненту. Да, будет РФ увозить на центр, сливает Агни, и тут его встречает Буф и будет возвращать флаг. Нет, не будет то возвращать правильно. УДД на центре. Правильно. Ну, здесь респится ГГВП, смотри, он будет сливать Артема. Или наоборот. Да, все хорошо, но падает ДДшка в центре. Рафаэлка-то взял вражескую дашку и не поехал за ДДшкой. Ну что за ошибки, Рафаэлка? Опять же не попадает. Замените, да, пожалуйста, его. Просто замените. Вот я не понимаю, что с ним происходит. Ну, Раф, что с тобой не так? Даже но я это так не его карта. Ну это просто не его карта. Он не понял это еще с прошлой игры. Я просто не понимаю вот этого. Важно сейчас для его же трио. Да чтобы нет, вышел, я например, помню, как Рафаэлка тащил против Вудсов за авангардов, но сейчас он играет просто отвратно. Это просто не его карта, я это еще понял в прошлой игре. Почему он этого не понял? Вот у меня в чем вопрос. Как бы прошло 8,5 минут на такой маленькой карте, счет все еще 1-1. Это что тогда значит? Ну тут Артем, кстати, могу отметить, сбил ту самую важную ДДшную рельсу. Если бы не он, то было бы все плохо. Но ДД подхватывает флаг, но тут отлично разводят двоих. Ему нужен саппорт, ему нужна помощь своих тиммейтов. Артем остается на одну, хотя бы одну рельсу выдать по Агни. А он сливает Агни, и у ДД нужно наконец-то выдвигаться. Слышит он своего как раз таки тиммейта и будет вывозить на центр неплохая рельса. Неплохо сейчас. Это ГГ. Это просто ГГ. Неужели Рафаэлка не слышал от Артема информацию, то что Буф сзади? Почему? Нет, серьезно. Где ваша скоординированность на карте? Буф добил Артема, который был на ДДшке, рядом с ДДшкой, и он понимал прекрасно то, что сейчас будет этот парень на ДДшке. В центре падает аптека, и как бы зачем увозить на центр? Это не интеллектуально было. Это вообще не интеллектуально было. Сейчас падает Дашка, и Буф интеллектуально промахивается. А вот ДД? Но сейчас отлично выдает рельсу по Артему и будет сейчас отвозить флаг, но есть ОДД. А он не требовал от ДДшки. ДД на ДДшке. Это очень опасно. Ну, Буф не попадает. Буф может поехать домой, ну ладно, его убивают. И ОДД здесь, ну, должен поставить вероятность, мне кажется, процентов 90. Просто нереально. Почему так трио ошибаются? Просто такие промахи, просто детские. 2 метра. Я понимаю то, что есть фактор того, что переживание, фактор переживания. Вот сейчас Рафаэлка, кстати, увозят, и я думаю, это будет еще одна доставка, потому что... Если он не промахнется, конечно. Да, вот. Да, если он не промахнется. Он убивает Буфа сейчас. Попадает сейчас Рафаэлка. Да, как бы... Ой, good game, well played. Надо попадать в таких ситуациях. Вот он, конечно, попадает, но это счет 3-1, и второй раунд остается тоже за школьниками. Но уже в гораздо такой серьезной борьбе, когда все по друг другу промахиваются, просто нереально. Чего стоит увоз от Бува, когда по нему промахнулось сколько там, 5 рельс подряд? Просто нереально. Ну не знаю. Да, мне тут подсказывают, что я в нагибе ничего не понимаю. Вот. Возможно, это так. Но когда... Ты, Влад, в нагибе что-то не понимаешь? Да! Когда... Ты не выиграл пингвинов, все. Как бы да, я понимаю, что я просто вообще ни в чем не смышлю, конечно. Не смышлю, не смыслю. Не смыслю, вообще ничего не знаю, конечно, в киберспорте, но... Я должен, я прекрасно понимаю то, что с 2 метров промахиваться на постоянной основе это глупо. А у нас так происходит. Ну, понимаешь, Влад, ну, и ты... И вот, понимаешь, и вот весь смысл трио во всей красе. Вот смысл тех игроков, которые не играют ни в первой, ни во второй лиге. Точнее, во второй могут играть. Ну, если бы тут реально игроки были в первой лиге, то был бы разнос просто лиц. Чистка глобальная была бы.
Ну так отвратно я еще не в тыгрных РВР. Даже я, средний игрок, грубо говоря, не топ. Но это вообще кошмар. На самом деле. Ну слушай, если кто-то из этих трио попадет там в финал нижней сетки, это будет очень странно. Это очень странно, да. Потому что, как бы, реально, давайте сейчас без шуток, ну, второй раунд реально просто отвратительный с обоих коллективов. Промахи просто с двух метров. Причем очень важные иногда рельсы, которые должны попасть по тому же самому Буву. Вообще, 5 рельс промахнулось, 5. И поэтому он доставил. Просто нереально. Опять же, повторяюсь, у нас есть делиты. Начинается третий, возможно, последний раунд в этом матче. Если школьники его сыграют в ничью или победят, то все, они идут дальше по нижней сетке. Ну, 5 секунд у нас прошло от раунда, пока что ГГВП на одну, ДД его сливает, Артем получает рельсу, и, да, ты как и сказал, кто выиграет, тот и, грубо говоря, проходит дальше. Бог что падает на карте. Да. Агни на дашке. Раф. Вот геймвелл опять не опять промахивается. Опять не промахивается. ОДД сейчас выдает тройную сквозную рельсу. Вот это стоит отметить. А вот то, что Артём не забрал ДДшку, а ОДД забрал, вот это... Хотя, он аптеку взял. Ну и что? Вот сейчас Артём мог убивать просто Good Game Well Played с респа. Но сейчас он мог убивать увозит. Агни с респа. Ну, немножко непонятно. Но Артём увозит. И отлично, Артём сейчас убивает Агни, и... Это, я думаю, еще одна доставка будет от Рафаэлки, потому что все коробки законтролили у нас красное трио. Но если в минус Рафаэлка не упадет, то да, будет доставка. Да, будет доставка уже, да. Тут без вас. О-о-о! Наконец-то. Уже... Ой. ОДД красавчик. Правильно, я увозил первый план. Я должен доставить. Мне все равно эти отправлены резко. Мои очки. Раф на самом деле вот сейчас классно сыграл. Вот напережение, да. Такая рельса. Вот сейчас Рафаэлка очень хорошо. Вот сейчас Артём не попадает. И как бы Агни появляется... Ну! Я уже устал повторять то, что промахиваются у нас игроки просто с двух метров. Просто устал. Это не уровень, это что-то другое. Это не интеллектуальный уровень. Это не интеллектуальный уровень. Как вообще так можно реально иногда? Я понимаю фактор волнения, но... Ребят, например, вот красное трио. Артём, Рафаэлка, ОДД. Вы сколько раз уже на трансляцию играли? Много. Скажем так, очень много. И опять. Ах, не, ну попади ты сейчас по Рафаэлке, ты бы увез. Потому что все красные игроки трио уехали на дроп твой. Ну хотя сейчас Рафаэлка показывает еще более хорошую игру. Тоже не попадает. Ну я не представляю. Один промахнулся, другой. Сейчас Артём не попадает, ну как? Ребят, как вы так можете играть иногда? Вот я не понимаю, серьезно. Ну, вы с трех метров реально промахиваетесь. Вот сейчас Артём подает по Агне, очень правильно сейчас. Интеллектуально поступил. Интеллектуально. И сейчас еще и третьего игрока оставляет на одну. Как бы good game, well played. Буф! Сава! Просто реализация ДДшки на высшем уровне, как бы. Убить своего на одну рельсу которой. Но сейчас он, конечно, убьет ОДД. Он убил ОДД, как бы, на двойных, это хорошо. Рафаэлка будет увозить третий флаг, а Агни падает в минус, в полуминус. И good game, well played, сбивают почти рельсу. Ему сбивает Рафаэлка. Это будет доставка, еще одна доставка. 2-3-0 уже. Надо же, с такой отвратительной игрой. Артём падает в минус просто так, да, у нас? Ну. С такой отвратительной игрой еще школьники выигрывают, ну это просто провал. Просто более худшая игра сейчас показывает, более худшую игру у нас показывает синее трио. Ну просто понимаешь, я думаю, Рафаэлке не стоит играть. Даже, понимаете, вот, даже в прошлом соло мы прекрасно понимаем то, что в принципе
за шаг вне закона это, ну, игрок тот, который 100% должен выиграть. Но даже там Мустанг отлично выдавал рельсы некоторые. Такую вертушку выдал, которая просто хайлайтище. Да, который просто взорвал мне мозг. И он не промахивался, в принципе-то, с 2 метров. Что здесь не так? Здесь более-менее открытая карта. Вы промахиваетесь по прямой, реально. Я понимаю, за домик там заехать, но это реально прямая рельса просто. Кстати, у нас размочили счет. Йо, я не буду забирать Дашку еще. ОДТ будет отправляться, возможно, когда-нибудь, не сегодня, на респ. И все... Игроки остаются на одну из синего трио, и Рафаэлка отлично успел подъехать к Good Game Well Played, и Good Game Well Played на 2 рельсы ДАшной будет пытаться что-то делать. Но... Ему надо ехать на центр за аптек. У них меньше 6 минут осталось как раз таки на отыгровку. Ох, ОДД хорош. Не, на самом деле... Просто, понимаешь, аптека в центре. Буф и Агни должны были ему сказать, что аптека в центре. Зачем ты поехал? Агни сейчас сбивает, просто Рафаэлка сбивает Агни. Это у вас еще один, а может и 2. Да нет, сбивает, но главное то, что он второй раз попал с метра. Нет, понимаешь, это просто сейчас 2 увоза как. Если нет. Бы, конечно, ОДД не стрелял бы просто так в пустую пару. Да вы что делаете? Вот все те, кто будут говорить нам, то что мы как-то предвзято относимся к игрокам. Ты сейчас просто... видел, что сделал? Вы просто посмотрите на вот эту отличную игру, как бы. Да просто на этого зверя, Рафаэлку, вот вы видели, что он делает? Он сначала сбивает Артему корпусом, а потом с вертухи же ему сбивает. Просто понимаете, мы не можем удержать смеха. Машина, убийца просто, понимаете, киллер, терминатор, ну это как еще назвать, серьезно? В итоге на счет становится как бы 3-2. Все, конечно, у нас смешно, но... Не смешно, да. Для школьников, если они еще сведут раунд и проиграют, это будет провал. И это видят 200 человек, как бы. А, 200 лучший... человек нас смотрят? Да, лучший эфир для 200 человек, как бы. То есть сейчас все видели вертуху Рафаэлки, парчу. Контент просто льется по венам. Просто нереальная игра от Рафаэлки. Это просто вишенка на торте. Ну это просто шикарная игра от Рафаэлки. Вот, мне кажется, это не интеллектуальная вертуха, а это что-то больше. Понимаешь? Это просто гиперинтеллектуальная вертуха по своему, чтобы тот вообще офигел. Типа, а кто это по мне стрельнул? Интересно. Кошмар, ну это провал. Ой, дьяволы играют, вот правильно пишет у нас. И мне кажется, это Пати сейчас нас смотрит. Привет, Пати. Просто дьявольская игра-то обоих коллективов. Просто нереально. А Буф может сейчас увести, если ОДД не попадет, а ОДД не промахивается в таких ситуациях, ведь это все-таки бывший игрок авангардов, а авангарды... Вот Game Well Played промахивается в профайлке, из-за этого Буф будет оставаться тоже на одной рельсе. Раф, какая да! Прекрасная рельса! Просто вишенка на торте, повторюсь. Да какая на торте? Это, грубо говоря, уже на что? На чем? Ну не знаю. На танке, вишенка на танке, знаешь? Ну это да. Агни сейчас такой, ну как бы, то есть позажечь это нормально, это по-мужику. Это по-нашему, да? Это по-нашему, это просто как мужик на мужика играет. Сейчас, конечно, Артём чуть не падает в минус, ОДД на двойных коробках, сквозной рельсы получают. Ну это хорош сейчас, как раз таки, Good Game Well Played. Но сейчас не попадает, это будет еще одна доставка. Толу, соляра для ОДД. Да, ОДД просто молодец. Артём попадает. Сейчас главное попасть по Буву. Соло для Рафаэлки. 2 метра! Артём, 2 метра! Попади! Я вот... Да, лучше. Просто лучше. Ну, хорош сейчас в ГВП. Он сбивает рельсу. Просто снайперы у нас играют сейчас в игре. Просто лютые снайперы, которые попадают с 2 метров. Я просто смотрел за этой ситуацией и говорил, просто попади сейчас, разбери последнего. Нет. Артём решил по-другому немножко. 2 минуты у нас остается. Ну-ка, Буф сейчас смотри за контролем ДАшку. Артём успевает ему дать ДАшке, получает он в ответ. Понимаешь, что просто можешь сейчас последние 2 минуты для синего трио. Поэтому им надо сейчас увозить минимум. Но их ничего не устраивает. Да, им надо увезти минимум 3 флага. Сейчас отлично, Good Game Well Played сбивает рельсу. А Агни должен... Ну хотя бы попадать по Артему. Да нет, хотя бы... Ну... Что это за странные... ты видел, если бы сейчас не Рафаэлка, бы Агни бы дал сквозную рельсу.
такой. У меня вопрос, почему не взять аптеку? Почему? А там была аптека? Почему? Почему он оставляет аптеку под вражеского игрока? Ты почему? Ничего не понимаешь, Трио, Влад. Я видел то, что там был Дашный. Ой, я думал, он оставлял под своего Дашного. Но неужели он не видел то, что он на одну рельсу его доберут? Ты флагоносец, ты мог остаться целым и доставить флаг. Почему ты оставил аптеку? Раф сбивает с вертушки сейчас пока что. Раф действует неплохо. На опережение его выигрывают. Агни попадает по Артему с 2 метров. Агни, ты чё? А, ну да. Отмечено в нашем блокнотике. Еще один промах с 2 метров. Интересно, что тут больше? Точных рельс или неточных рельс? Вот серьезно. Я ставлю на второе. Если честно, я тоже думаю, то, что у нас здесь 30% попаданий есть у всех игроков на карте. Рафаэлка, почему ты не вернул Рафаэлка? Это MVP просто. А, все, Сергей уехала. Возвращай Рафаэлка на одну рельсу. Зачем ты нам нужен? Бог ты мой. Ой-ой-ой, ну серьезно. Один ГГВП тут играет. Геймплей, к сожалению. А, ну и он решил лечь в минус. Напоследок, как бы, 5-2. Выигрывают у нас Трио Школьники. И тут дальше по нижней сетке. Где с такой игрой они очень вряд ли еще добьются, если честно. Если они будут играть опять перевал, то я практически уверен, что они проиграют. Ну это да. Нельзя вам идти на перевал, ребят. Вот вы еще раз должны понять и осмыслить свою ошибку. Перевал не ваша.